Ты что опоздал? С каких пор у нас 3 часа, это опоздал. Ты пропустил все веселье. Ну и ладно, тогда я пойду обратно домой. Хотя там тоже нифига не весело. И никаких отговорок. Ты вернешь мне мои 300 рублей, да? Ах так? Увидимся в суде, халявщица! Тоже мне мать называется. Требуется сотрудник без образования, без опыта, без презентабельной внешности. Что за работа за такая? Продавец обуви. Ну что ж, я зрелый мужчина. Ну, я абсолютно не стесняюсь голых сисек. Нет. Я уберу сиськи! Сиськи, 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 сиськи! Зато у меня через неделю отпуск. Хочешь к нам поехать? Ага. Пакуй чемоданы, забирай детей. Увидимся через неделю. Кто может решить нашу проблему? Да какую проблему, а? Скажи Еве, что ей делать? Мне не нужны проблемы других людей. И банных в особенности. Каждый раз, как только я влезаю в ваши семейные дела, я пропускаю хорошие фильмы, в конце концов, меня еще идиотом называют. Ну что? Все довольны? Ну тогда всем спокойной ночи.